С сегодняшнего дня можно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения для голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Сделать это можно при помощи портала «Госуслуги» или через МФЦ. С 16 по 21 июня в участковой комиссии. Уже начался отпускной сезон, и такая возможность для ямальцев особенно актуальна. Ограничения для чиновников высшего уровня, качественная медицина, институт семьи, информационная безопасность, поддержка от государства, НКО и волонтеров. За эти и другие поправки в основной закон страны россияне проголосуют 1 июля, общероссийский день голосования. Он объявлен президентом выходным днем. Поскольку голосование придется на отпускной период, выезжающим лабытнанцам в другие регионы необходимо подать заявление о включении его в список избирателей по месту нахождения. Первый способ – через МФЦ. Если гражданин хочет подать заявление через МФЦ, то ему необходимо лично посетить учреждение с паспортом. Предварительные записи на получение этой услуги не требуются. За вас специалист МФЦ занесет все необходимые личные данные. Заявителю останется только поставить несколько подписей на бланках. После оформления заявления выдается отрывная часть с печатью МФЦ и подписью специалиста, предоставившего услугу. А основная часть заявления передается в территориальную избирательную комиссию. С сегодняшнего дня по 21 июня 2020 года до 14 часов отдел предоставления услуг в городе Лабытнанги начал прием и обработку заявлений о голосовании по принятию поправок в Конституцию по месту нахождения. Мы всем заявителям рекомендуем заранее выбрать участок, на котором они хотят пройти голосование. Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона контакт-центра 8 800 2115. Второй способ – это, не выходя из дома или работы, зайти на портал госуслуг. Ваши данные автоматически будут вписаны в строчке электронного заявления. Необходимо только выбрать адрес, где избиратель будет находиться на момент голосования. Кроме того, с 5 по 21 июня подать заявление можно и в территориальную избирательную комиссию. Для этого изменен график ее работы. С сегодняшнего дня и по 20 июня мы принимаем заявление о голосовании о включении в список избирателей по месту нахождения с 8.30 утра до 19 часов без обеда и без выходных дней ежедневно. 21 июня такие заявления и в пункте приема заявлений в ТИК и в ППЗ УИК будут приниматься до 14 часов. Кроме того, такая процедура предстоит и для тех, кто проживает в Лабытнанге, но имеет постоянную регистрацию в другом городе. Подать такое заявление можно лишь единожды. Сейчас избирательными комиссиями ведется традиционная подготовка к голосованию. Особое внимание уделяется безопасности всех участников избирательного процесса. Сегодня мы уже получаем очень большую подставку средств индивидуальной защиты. Причем это средства индивидуальной защиты не только для членов участковых комиссий и не только те, которые будут использоваться на избирательном участке. Средства индивидуальной защиты мы приобретаем для каждого участника процесса голосования. В том числе для наших горожан, для наших граждан. Мы будем предлагать им одноразовые полиэтиленовые перчатки, мы будем предлагать им одноразовые маски. А также для каждого предусмотрена одноразовая ручка. На входе вам продезинфицируют руки и измерят температуру. Члены избиркома, наблюдатели и журналисты будут находиться на безопасном расстоянии. Передавать паспорт члену комиссии не нужно. Достаточно будет просто показать документ и ненадолго снять маску. Проголосовать по поправкам Конституции Российской Федерации можно с 25 июня по 1 июля. Избирательные комиссии посчитают голоса 1 июля. Дарья Самородова, Эдуард Захаров, программа «Время местное».